Жители называют это место своими легкими, своим сердцем. Барвихинский бор является по-настоящему заповедным оазисом. Он утопает в соснах и дубах, которым более 130 лет. Кроме природного, это еще и памятник культурного наследия. Барвихинское городище. Памятник датируется первой половиной первого века нашей эры. Городище достаточно крупное и защищено тремя линиями валов и рвов. Благодаря раскопкам ученых удалось выяснить, что городище было поселением дьяковской культуры. Дьяковцы жили родовым строем, состоявшим из нескольких больших семей. Содержали скот, имели общую родовую собственность и родовое богатство. Может быть, поэтому местные жители до сих пор чувствуют здесь необъяснимую мощную энергию. По всему Барвихинскому лесу, вот по этому участку, располагаются в районе 11 курганов. Многие жители говорят, что это место вообще место силы. Мы когда вот уставшие, в любом состоянии, в любом настроении мы приходим в этот лес, все жители, да, оно нам дает силу, энергию, хорошее настроение. Дети здесь занимаются спортом, мамочки здесь гуляют с колясками, пожилые люди здесь дышат свежим воздухом. В центре лесного массива расположился пруд. Еще в 60-х местные жители установили плотину на реке Самынка и облагородили этот живописный водоем. Его облюбовали утки, обжились собственным домом и чувствуют себя здесь полными хозяевами. Здесь есть утки. Местные жители вот сделали домик для этих уток. Мы ходим, кормим уток. И когда приходим без хлеба, они жалуются, что нужно обязательно им нести еду. Да. Для лесных обитателей жители соорудили кормушки. Сами ухаживают за лесной территорией, следят за ее чистотой, облагораживают. Установили и оформили лавочки, информационные таблички. И всем сердцем переживают за сохранность леса. Вы знаете, вот эта территория, она по своей природе и с юридической точки зрения, это особо охраняемая территория. По непонятным причинам в 2002 году губернатором тогдашним она была выведена из особо охраняемой территории, а затем продана в частные руки. И продана она незаконным собственникам. На защиту встали буквально все. Барвихинский бор – исторический и культурный памятник. Это одно из лучших мест в Московской области для занятий маунтинбайком. И если его территорию развивать, он может стать еще одним прекрасным парком и визитной карточкой нашего округа. Подробнее о Барвихинском боре смотрите в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, Анна Роднищева, телекомпания «Одинцова».